Так, ребят, всем привет. Продолжаем сегодня проходить Doom. По идее, тут до финала должно остаться вроде совсем ничего. То есть буквально таки последний босс и все. Там остановился я на какие-то души, там что-то мы выковыривали. В общем, тут, я думаю, за часик, за два, я думаю, закончим. Ну. В общем, что, продолжим. Всем приятного просмотра, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, кто не подписался. Поехали. Он не должен их освободить. Ну как ты не должен? Сейчас все будет. А, сволочи, блядь, неудобные. Тихо. Блять, ёбнулся, твою мать. Так, на порталы вижу парочку. Тихо, иди сюда. Готов. Еще один. Так, здоровяков-то до хера. Он какой? Пятый? Шестой, блядь. Давайте. Иди сюда. Сейчас всех разъебем. Блять, он работает патронно. Раз. Два. Тихо. Ты сдохнешь, нет? Тихо. Попёрло, да? Блядь, чё ж ты дохуя опять? Пушка Гаусса, супер дробовик. Давай, так немножко патронов собрал. Стреляет он тут, стоит, блядь. Так, мелочи дохуя, надо сначала с мелочи подразъебаться. Блядь. Не успеваю я нихуя. Короче. Пила. Yes. Блять, не поймать, а? Посмотри, какой стука. Ёбаные брагуны, блять. Раз. Хуяк и пиздец. Он еще не помер. Нет, понял.
три патрона, пиздос. Чё творят, а? Бляха. А чё, они там кончились, нет? Давай, иди сюда. Еще парочка мелких, да, по-моему, осталось. Попрыгунчики ебучие. Пиздюк, блядь, иди сюда. Еще один. Да все, наверное, да? Покажу, где я толпу. Живучий мудак какой, а? Все? Охуя. Я думал, все уже. Он еще и прыгает, да? Бляха, еще один. Твою мать. Не долетел. Сука, вот успею собрать? Нет, не успел. Тихо, 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 берем, берем, берем. Отлично. Нет, не добраться. Идем. Блять, чё они так быстро очукиваются? Ну чё, все, не все? Нихуя там не все. По идее деланы, да, должны попереть? Как же без них-то? Нет, еще один. Блять, опять жирные, вот заебали уже с этими жирными. Все. Но это даже, да, по-моему, не все. Контрольной точки-то не было. Опять жирный. О, дело, мы пошли. Блять, ёбнул-то. Твою мать. Ладно, побегаем еще. Суки. Суки поганые. Я с одной стороны, блять, они с другой. Готов. Идем. Блять, не попасть, а. Thank you.
Все. Контрольная точка, да? Отлично. Тыкворец, привет. Dark Knights Game, привет. Семейный уют, добрый вечер. Вольфуд, привет. Илюха, здорово. Как дела у всех? Как настроение субботнее? Что это такое? Я уже забыл. Это, по-моему... Нет, это не берсерка. По-моему, что-то другое. Ну, в принципе, пока я тут носился, я тут все уже, мне кажется, пособирал. Ирак. Ладно, пошли туда. По идее, насколько я понимаю, надо тут еще две статуи такие взорвать. Эти ракетные статуи. О, Дунгайчик. Здорово. Еще две статуи такие взорвать, и по идее должен быть этот прикол. Ну, отлично. Сколько плюшек накидали. Ребят, может быть, кто-нибудь это объяснит все-таки, что это за шарики зеленые? Что они, блядь, делают? Я, видимо, в обучении что-то проебал. Или что-то такое. Они постоянно пишут, что это у меня максимальное. Что это максимальное, я не могу понять. Даже хуй знает, где искать это описание. Семейный уют на работе. Ну, чувак... На работе дело, конечно, такое. У нас тоже бывает. Ночные смены. Заходишь, посмотришь, как ребята играют. Хотя, знаешь, да? Развлекуха хоть какая-то. Ну, хорошо, что, знаешь, на работе все время не вкалываешь. Можно хоть что-то там, чем-то своим заняться. Когда смены попадаются уебанские, знаешь, как это, Папа Карло, блядь. Ебашь. Это такие смены плохое дело. Много работать тоже вредно. Так. По идее. Здесь же вроде какой-то портал был или что-то такое. А не, портал немножко по-другому обозначается. Так, так, так. Супер дробовик. Красота-то какая. Бегота. Как проект. Не сюда, да, значит? Ну-ка, по заданию. Да, смотри-ка. Две души. Две души осталось. А здесь что-нибудь нажмем, что-нибудь дернем. Повернем, чтобы все было заебись. Это изменилось? Или нет? Эти шарики патроны для БФГ. Санек, здорово. Патроны для БФГ, значит. А их всего три можно таскать с собой. То у меня три выстрела всего БФГ. Может долбануть? Пробовать, как работает. Я еще ни разу не стрелял в БФГ. Оставим, так сказать. Хочу оставить его на это. Самое сладкое. Ага. Ну, сейчас примерно арена будет та же самая. Поехали. Несись, колобка. Раз. Два. Как они удачненько, да, отстали? Сразу можно двоим пизды развесить. Тихо, тихо, бля, там что, не умер? Такой удар. Стоит долго для меня. Тихо, тихо. Бля, вот эти куры. Вообще пиздец неудобные. Ладно, бегаем. Блять. Самые, блять, неудобные мобы — это вот эти сволочи, которым надо в жопу стрелять.
ни одному он не Рокстри напоминает, который также на Денди атаковал, блин. Погиб. Ух ты. Тихо. Пилы, блядь, добираем. Вертлявые уроды. Да ёб твою мать. Сука. Меня зажали, что ли? Ты пиздец, рабошок. Здесь у нас 4-кратный урон, да, по-моему? Не, не будем пока брать. Мало ли какой этот пиздорец может начаться. О, как он неудобно для себя повернулся. Тихо. Готов. Дармот уже давненько за мной бегает. Иди сюда. Блять, один второго прикрывает. Ты смотри, какие суки, а. Твою мать. Дот. Их мало должно быть на флусу. Я их вообще, по-моему, встречал буквально считанные разы, где-то раз в 5, наверное, где-то так. Смотрел то, что этот, как-то он. Прохождение, чуваки. Что-то вот этой пушкой БФЕ. Боссу там вообще какие-то понты сносит. По ощущению, да что, я не знаю. Я с дробаша, наверное, больше снесу. Еще тут я замечаю, что они сами с собой пиздиться начинают. Как будто, блядь. В принципе, это хорошо, то что всей толпой на меня не идет. Подробаш кончил-то. Отстой. Кто не играет? Блять, ну. Да хуй ему через защиту пробьем. Пизду. Телепорт попал, заебись. Она же тетенька расхуячивает. Бля, жалко, что выстрелов таких немного. Так, сзади уже, да? Угу. Давай. Блять. Падаю я постоянно, блядь, с этих повышенных. Ч
Что за хуйка? О-о-о, давай, как раз мы на прямой. Сейчас этого пидора захуячим. Нахуй пошел. Второй пошел нахуй. Еще. Где остальные? Сейчас ожирдяи попрут и всякая хуйня. Поэтому правильно сделал, что четырехкратный урон оставил. Про запас. Заебись, бежал на меня, взял, прыгнул куда-то в сторону. Хуйня. Да ёб твою мать. Так ему ебло пидорасило, прикольно. Это... Ещё? Нормально. Этого дела. Да ёб. Хуй угонишься за этими придурками, блядь. Быстрый. Нахуй. Еще один нахуй. Ну чё? Последний, что ли, бегает? Да ну, я не поверю. А где тут пиздолет-то? Скелетов еще не было. Жердяев не было. Вот этого говна, допустим. О, понеслось нахуй. Тихо. Валим. Идея, скелеты-то пошустрее будут, да? Нахуй, не задерживаться лучше. Так они синхронно, блядь, запрыгнули, как пловцы. Плазменная. Ну давай плазменную возьмем. Хули делать? Ничего не осталось. Дробаша не ракетница. Либо можно немного попилить. Тихо. Хуяк. Сразу же валим. Меня удачно в портал закинуло. Давай еще. Дохни, пидор. Тихо, блядь. А, ну, вроде успел. О! Что-то я думал. Задерживаются ребятки. Плазменные. Нет, не покатит. Пушка Гаусса где? Тихо, а чё мне к нему притягивает, а чё за хуйня? Я просто бежал, блядь, и меня хуя к нему начало присасывать аж. Чё за хуйня? Непорядок. Там внизу вообще, блядь, война идет. Аж прыгать не, прыгивать неохота. Но придется. Супер дробаш. Ну давай, не. По идее, блядь, эти демоны, они с мелкими воюют. Можно немножко схалтурить. Штурмовая, плазменная ракета, блядь, тут ракет, блядь, хуя. А. Тихо, блядь, ебашим оттуда. Давай, четырехкратно. Где он? Быстрее. Ладно, будем хуячить, пока под руку кто-то лезет. Все, пиздец. Кончился четырехкратный урон. Сука, как и патроны, блядь. Может попилить?
Ну-ка давай-ка. Вот этого. Ножульку ему отъебашил. Барабаш, пистолет, пушка, галс. А чё, все что ли? Ну, я не против. Бедрок, здорово. Игровой канал был Play, привет. Они сами с собой должны драться, это механика игры. Ну вот да, то, что не хуевое такое подспорье, то, что они начинают друг с другом пиздиться, как бы. Я такой, ну окей, я давайте постою, подожду, пока вы друг друга расхуячите. Ну окей. Да. Я в шоке, я только понял, что у тебя 1к подписчиков, а раньше не замечал. Такое бывает. Вжух, и у тебя 1000 подписчиков. Ну как? Сколько всякой хуйни. Тихо, тихо, тихо. Подбираем. Надо максимально сейчас затариться, потому что, по идее, все, что нужно, я, в принципе, сделал для этого задания. И тут сейчас должна быть уже, по идее, финальный босс должен быть. То есть он где-то рядом. Что у меня по патронам? Пулемет, пушка Гаусса, супер дробовик. А, не густо, конечно, не густо. А тоже вопрос на века, нахуй. Чё качать? Броню, здоровье, либо, блядь, эти какого. Либо боезапас. В принципе, у меня почти все качано. Но тоже не полностью. А могу, ну, сколько попадалось, столько и качалка. По-любому уже финальный босс. Да, блядь. Финальный босс должен быть очень диким. Ладно. Поехали взрывать эту хуйню. Опять. А, ну у меня типа все битком. Окей. Сколько там подписчиков было твоего канала закрыто? Я один раз случайно закрыл, буквально на 2 или 3 дня. Потом мне один дружище напомнил мне то, что у тебя, говорит, чувак, подписчики скрыты. Я такой, о, окей, сейчас изменим. И все, это буквально на какое-то непродолжительное время у меня подписчики были скрыты. А так все, все на виду, пожалуйста, можно посмотреть. Смысл мне скрывать количество подписчиков? Чуваки какие-то. На рыцарей Тевтонского ордена похоже. Все одинаковые. Я думал, у них кресты тут нарисованы, но окей. Но нет. Че, из огня до в полумя, да? Джеранимо! Найдите портал выхода. Наверное, нашел. Бабулька. Они так много мне обещали. Я покосовая. Та-дам! Она, короче, на Крэнка похожа, блядь. На Крэнка бешеного похожа она стопудово. Ну, этот из черепашек-то, который чувака в пузе сидел. У меня вопрос, а ты собираешься снять стрим по Among Us? У тебя контент будет крутым, будут много зрителей. Бедрок, мне Among Us не нравится. Я в мобильные игры, как бы, играю либо на планшете, либо на телефоне. Что Among Us, этот как Бравл Старс и что-то еще там,
предлагают люди, чтобы я поиграл. Но мне тупо это не интересно. Вот что делать. Где же экшен? У них этих играх мобильных там экшена нет. Где же экшен? Где пострелушки? На компе и так куча игр, которые хотелось бы пройти, так что на подобные игры что-то не хочется время тратить. Надеюсь, я тебе объяснил. Тихо. Шустрая бабуля. Твою мать, мне бы попасть в нее. Так-то она заебись сносит. Тихо, тихо, тихо. Бабка. Бабка, не дури. Блядь. Охуеть. Блять, у меня ракеты до нее не долетают. Ну как бы они пока летят, а она, короче, уворачивается от них. Еще и переворачивается. Нихуя какая деловая мадмуазель. Тихо, 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 блять, да. Подрывается. Блять, прямо возле копыта я стою. Понятно, кончилось. Вообще пухтая галуса нихуя не сносит. Что есть еще? Плазменная. Ну давай. Опять патронов. Ёпта, я нас. Ребят, дайте патроны. Блять, ни патронов, ни хуя не. О, тихо-тихо, жизни. Давай, я надеюсь, я успею. Ну, вот, тихо-тихо-тихо-тихо. Блять, я прям под нее несу. Ладно, вроде похилились. А. Потом это, да, тут там? Лютая бабка. Ну-ка. Получаешь пошив гранату нахуй. Пробуем. ПФЕ. Да, это он. Это он. Тихо, пулемет. Где она? Угу. Блять, вот шустрая падла. Опять нихуя не осталось. Валим. Есть нахуй. Нихуя, это кишки или что? Супер дробаха, ракетомет. Блять, давайте быстрее. Ни патронов же нихуя нету. Быстрее. Пиляемся. Что-то она уже еле ползает. Это, конечно, хорошо. Но, блядь, дохнуть она вроде тоже не хочет.
Я хоть в нее попадаю. Ну, давай, 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 чуть-чуть осталось. Твою мать, быстрее. Недолго мучилась старушка. Юль, привет. Спасибо за поддержку. Малина, ну, опас. Ну да, похоже, что-то есть. Ну, а чё? Мысли? А, ё. Кнопочку не ту нажимал. В БПЕ и в ебальник. Отлично. Три есть. А у меня, кстати, ни одного выстрела не было. Продуман. Ну, тоже хорошо. Все, пиздец, бабульки. Все окончено. Вы остановили вторжение и закрыли портал. Но это далось дорогой ценой, агент Вега. Вся наша деятельность. Понимаете, я следил за вашей работой, понимал вашу мотивацию. Вы думаете, единственный способ — это убить их всех, не оставить ничего? Возможно, вы правы, но мы не можем все так просто прикрыть. Без агента энергии миру будет хуже. Я не жду, что вы со мной согласитесь. Но так мы сможем продолжить нашу работу. Я не злодей. Я делаю это все, потому что иного выбора нет. Перерасчет координат захвата завершен. Наше время вышло. Я не могу убить вас, но и не допущу, чтобы вы нам мешали. Мы еще увидимся. Мы еще увидимся. Ну все, я так понимаю, это конец. Наконец-то конец. Ну что, крутая группа, конечно, динамичная, но... Часто делаешь в основном одно и то же. Ну, в принципе, так и во всех играх бывает, чё. Так что, дело того стоило. Там все, конец. Конец. Ну, так как стрим получился коротеньким, сейчас я, наверное, тогда установлю игрушку. Попробуем полобать еще сегодня в Хитмана. Это который первый, по-моему, 18-го что ли года, когда он посезонно выходил. Ну там сезон, там первый эпизод, второй эпизод и так далее. Короче, ну, сейчас поставлю, да, запустим еще стримчанский. Чё тут? Чё бы и нет-то, да? Посмотрим, что за Хитман. Я его еще не играл. Но порубимся. Так что давайте, жду в гости, заходите. Кто там не подписывался, подписывайтесь на канал, лайки там все дела. Все знаете, что нажимать. Давайте тогда прерываемся и где-то минут через 30-40 запускаю следующий стрим. Всем пока!